Долгие выходные до добра не доводят. Все это время наша редакция внимательно следила за сводкой происшествий. И мы вроде бы даже вздохнули с облегчением. Но финал 10-дневного новогоднего марафона все-таки оказался трагичным. Один утонувший, два суицида и двойное убийство на рынке. Парень молодой. Но он больной был, понимаете? Он больной, его надо давным-давно было забрать. И Наташку, и эту порезала двоих, и все. А вы прям уверены, что порезала? Конечно, порезал. И а сегодня его аж сегодня забрали, а он их там вчера порезал. Он же с ножом выходил, на детей кидался. Подробности этого преступления в следующих выпусках. А пока о том, как сработали в эти праздники другие оперативные службы. Первый рабочий день Нового года у флориста Александра Мельниковой зигзаг неудачи. Около 8 утра женщина на своем Рено остановилась перед стоп-линией у светофора на въезде в город. На автоматическом регулировщике загорелся желтый свет. Через минут 5 удар, и меня понесло, выкинуло на встречную, но так как машины все стояли, обошлись с малой, как говорится, кровью. Слышали торможение его задолго, он тормозил очень долго. Ну, естественно, он тормозил, скорость была большая у него. По словам очевидцев, виновник ДТП, а точнее виновница, свой «Лексус» вела на скорости 120 км в час. Капот одного автомобиля и багажник другого – всмятку. Автоледи из «Лексуса» госпитализировали. Если такое утро ладным не назовешь, праздники, наоборот, показали положительную статистику по ДТП. В прошлом году было 25, а в этом 19. То есть мы снизили. Снизили количество ДТП, соответственно, не допустили ни погибших, ни раненых на территории обслуживания клинического ГИБДД. Ну, по Ленинградскому шоссе не удалось удержать ситуацию. Вот. У них, к сожалению, два погибших. Инспекторами ГИБДД было оформлено 702 административных правонарушения. Из них оформлено водителей в нетрезвом состоянии 11. Длинные праздничные застолья приводят не только к нетрезвому вождению, но еще и к алкогольным отравлениям. В эти каникулы четверо клинчан впали в алкогольную кому. Правда, это сезонное заболевание оказалось на третьей строчке рейтинга обращений, на второй травмы, на первой ОРВИ. Почти в два раза чаще, чем обычно, в эти праздники требовалась помощь медиков. Новогодняя ночь, кстати говоря, была, пожалуй, спокойнее, чем во все остальные дни. Приемное отделение обратилось 491 человек, 209 из них были госпитализированы. А на травмпост обратилось более 500 человек. Ну, наверное, стоит отметить, что с насильственными травмами тоже были обращения, это 42 человека. По линии пожарных зафиксировано 4 пожара. Горел мусор в подвале. Из-за короткого замыкания полыхнул частный дом в Нудале. В черте города горели 2 автомобиля. В одном из случаев по предварительной версии был совершен поджог. Обстоятельства выясняются. Валентина Мордовина, Наталья Красавина. Новости дня.